Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Продолжаю дальше покраску и тонировку Пантеры D от фирмы Звезда. Ну что, сегодня буду лакировать. Лакировать буду лаком глянцевым от Tamiya, чтобы потом наносить смывку. Вчера сделал фильтры. Сегодня они просохли. Довольно-таки хорошо получилось все. Мне вот фильтры понравились. Вот, очень хорошо тон подобрал. Такая желтизна хорошая на модели. Вот, немножко линии камуфляжа приглушила фильтрами, что добавляет смотрибельности танку. Ну, потом будем посмотрим, когда лак высохнет, будем делать смывку на танк. Вот, ну что, приступим.
Вот, дорогие комрады, закончил лакировать. Лак хорошо лег. Теперь пусть просохнет. Обычно где-то я жду сутки. Хотя тамиевский лак, я заметил, он вообще быстро высыхает. Колокировал и траки заодно, и доп-траки, катки. Ну, я дам, да, где-то около суток просохнуть и начну делать смывку. Хорошо получилось. Вот только что одна беда, кто видел, когда я показывал посылку из интернет-магазина, мне не пришел лак X22 глянцевый. И он у меня, к сожалению, вот уже и закончился на этой пантере. А в интернет-магазине его нету в наличии. Когда будет, неизвестно. Это очень плохо. Придется футурой дуть модели. Но, как я говорил раньше, мне больше нравится Tamiya лак. Он не боится химии, особенно когда приваривают декали вот максфитом. Он ничего не боится. А были случаи, что футура у меня иногда белела по краям после максфита. Когда футурой покрываю модели, приходилось аккуратно приваривать декали. Но не всегда это получается аккуратно. Ну, как-то будем выходить с этой ситуации. Ну, наверное, все-таки с футурой будем просто аккуратно работать. Но это уже будет в следующих моделях, в следующих сборках. Следующую сборку буду делать бронеавтомобили века. И вот там вот посмотрим. Там много декалей надо будет делать, потому что хочу варианты САФ, группировка войск в Афганистане. А там много декалей придется переводить. Ну, спасибо за просмотр. Спасибо, друзья, тем, кто меня смотрит, кто подписался на мой канал. Спасибо всем, кто комментирует. Очень приятно. И общение очень приятное, и комментарии приятно читать. Спасибо большое. Всех благ вам и вашим близким. Смотрите следующие мои части.